Понедельник, 4 июля сегодня, и, значит, самое время устроить народную проверку каким-нибудь продуктом. И для этого мы всегда приглашаем в нашу студию специалиста Уральской палаты защиты потребителей Ивана Лемзякова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что сегодня? Что мы будем с вами тестировать? Сегодня мы тестируем зефир. Зефирки! Я вот слышал такую фразу, что зефир вроде самая полезная сладость среди сладостей. Но я знаю, что диетологи разрешают есть тем людям, которые сидят на диете. Да? В умеренных количествах, но можно. Умеренное количество это сколько? Это чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Это чуть-чуть. Одну штучку. Давайте тестировать. Ну, как всегда, мы начинаем. Вот у нас сегодня представлены здесь 4 разных... Да, давайте их представим. У нас зефир новый, клюквенная ударница, зефирюшки для десертов, маршмеллоу, ротфронт сладкие истории и крем-брюле в глазури. Производитель петербургский кондитер. Отлично. Они вот отличаются, я смотрю, вот эти какие-то с розовым отливом, эти белые, такие, эти в шоколаде. Это, сейчас мы разберемся, как выбирать. Для начала мы обращаем внимание на состав. Так. Зефир изготавливается из яблочного пюре. Вместо яблочного пюре вы можете встретить либо патоку, либо пектин, либо агар-агар. Иногда добавляют желатин и сахар. То есть обращаем внимание на состав. Состав должен быть как можно меньше, чем короче, тем лучше. И обращаем внимание на то, чтобы не было никаких консервантов, искусственных добавок. Ой, у меня тут 5 строчек. Ой. В моем случае сахар, вода питьевая, патока, пюре яблочное. Самое хорошее, что эти ингредиенты стоят на первом месте. Это значит, их больше всего по процентам соотношения. У меня вот сахар-песок, патока, пюре яблочное, пюре клюквенное можно добавлять, насколько я понимаю. Пудра сахарная, желирующий агент пектин, все по-честному. Дальше пошел белок яичный сухой, регуляторы кислотности, сладкая кислота, сульфаты натрия, кислота винная, кислота яблочная, кислота молочная, цитрат калия, ароматизатор натуральный. Ну, есть искусственные добавки. В моем случае есть Е325, Е150А краситель. Это все считается искусственными добавками, которые... Слушайте, вот у меня отличается зефир от вашего. У меня он еще в шоколаде. И тот состав. Сахар, песок, глазурь. В глазури сахар, песок, заменитель какао-масла, какао-порошок, эмульгатор, лецитин, ароматизаторы... Хорошо. Дальше. Патока, пюре яблочное, вода, белок яичный, желирующий агент, регулятор кислотности и ароматизатор, и краситель еще. А в моем случае сахар, песок, патока, вода питьевая, глюкоза, желатин, крахмал, ароматизатор, ваниль. Ни одной искусственной добавки. Вот здесь ни одной искусственной добавки. А во всех остальных вроде как искусственные добавки вроде есть. Вроде бы, да, есть. Сейчас все. В общем, в любом случае, моему ты можешь не ставить галочку. Что? Здесь у меня есть какая-то кислота. Здесь, насколько я понимаю, тоже были какие-то вот добавки. Здесь, ну сколько все? Здесь у нас добавлены красители искусственные. Прямо название даже не по-русски указано. А в данном случае у нас есть искусственные добавки, при этом даже не расшифровано, указано Е325, Е150А. В общем, я так понимаю, кто у нас? Только зефирушки у нас получают плюс. Все остальные по минусу. Ничего себе. Так, дальше. С этим разобрались. Зефир, допустим, просмотрели. Состав нас устроил. Что дальше? А дальше мы вскрываем упаковку уже дома и смотрим, что у нас находится внутри. А что должно? Вот, понятно, что мы посмотрим. Он какой-то беленький, розовенький, синенький, он сыпется. Что должно находиться внутри? Как вообще выглядит классический внешний зефир? Вид. Вот мне как раз кажется, что сыпаться он не должен. Сыпаться не должен? Мне кажется, он совсем тогда сухой будет. Ой. Вот тут он желта чуть-чуть. Как раз. Цвет у нас может быть любой, давайте тогда о цвете поговорим. Цвет может быть любой, главное, чтобы он был однородным. Цвет зависит от того, какая добавка в него добавлена. Если вы видите, ножницы плохо работают. Крепкая упаковка какая-то. Это ножницы. Ну, то есть, скорее всего, какие-то фруктовые добавки, да, в них есть? Да, фруктовые добавки. Когда цвет отличается. Натуральные красители, это все допускается. Главное, чтобы цвет был равномерным, без каких-то вкраплений. Вот, потому что нормальные русские люди давно открывают без использования режущих предметов. Видимо, я не русский. Упаковка рассчитана. Ну, как правило, их берут куда? С собой куда-то поехать, там на пикничок, например, и ножей с собой нет. Вот так мы раскрываем. Ну вот мы видим, что цвет у нас абсолютно разный у каждого, в зависимости от добавки. Какой аромат тут разлился, и клюквой пахнет, и яблочком, и сахаром, прям так вкусно. Цвет однородный, никаких краплений нет, все получают по плюсу. По плюсику, по галочке. По цвету. Все здесь правильно. И не имеет значения все-таки какого. А вот как проверять зефир в шоколаде? Нужно обязательно его надломить и посмотреть. Вы уже дома можете надломить, не сможете вы это сделать в магазине. Для начала нужно также обратить на внешний вид. Не должно быть никаких разломов, вмятин. Вот в данном случае зефир мы видим, что он имеет неоднородную консистенцию. Повреждения какие-то, расхождения идут, да.
А в данном случае? А тут вообще он прям такой ощущение... Ой, он здесь, сыпется прям, здесь да. Очень хорошая консистенция по внешнему виду. А здесь мы видим, что шоколад у нас не покрывает, но внутри зефир достаточно хороший. Идеальный, я не очень понимаю. Вот так, беленькие, я да? Хочу спросить, почему вот это вот идеальный внешний вид, потому что есть нет разломов. А сейчас я объясню. То есть он не рассыхается? Да, он не рассыхается, компоненты все натуральные. Угу. Хорошо, а по консистенции как мы можем? По консистенции сравнить. Сладкие истории мы поставим минус. А здесь у нас есть разлом шоколада, но сам зефир хороший, поэтому я думаю, плюс поставим. И здесь плюс. Здесь вообще очень сложно. Ну, вот. Здесь у нас, если мы встроим, все достаточно хорошо выглядят. Однородные, без трещин. А вообще, вот это вот такой вот кругленький зефирчик, не кругленький, а как из колбаски нарезанный, он же вот принципиально отличается от этих. А состав у них одинаковый. Не имеет значения. Да, да, то есть просто разная форма. Это форма подачи, да. Ясно. Хорошо, так, а последний вот клюквенный? Всем по плюсу. Хорошо. Плюсик. Что дальше? А, внешний вид оценили, цвет оценили, смотрим на консистенцию. Для этого нам нужно разломить. Надкусить? Разломить, надкусить. Надкусить. А, консистенция тоже должна быть однородная. Однородная? Да. Ну тут вроде... Вот сейчас мы посмотрим, сейчас она все расскажет. Вот меня этот желтый у нас даже... Да, желтый у нас слишком пористый. Не должно быть. Зефир не должен быть пористым. Да, маршмеллоу у нас тоже, он тянется. Это так тоже не загустители, он должен разламываться. Похоже на резину. Похоже на резину, да. Этот зефир, вот этот, это у нас... Клюквенный достаточно хороший, однородный. И то же самое у нас происходит с шоколадным. Да. Так, клюквенный. А петербургская фабрика мы ставим. Плюс. Плюс. Галочка. Клюквенный плюс. А остальным по минусу. По минусу. Угу. Хорошо. А также вы можете в домашних условиях определить, натуральные компоненты или нет. Для этого нам нужно взять зефир. Вот таким образом. Так. И сжать наполовину. Как интересно, я тоже хочу сжать наполовину. А, зефир не должен треснуться. После того, как вы его отпустили, он должен восстановить форму. Я вот уверена, вот что смотрите, вот эта я штука вот сейчас... не треснет. Это у меня все рассыпалось. А, целую? У меня прям посыпался совсем. Я не знаю, может быть, я слишком сильно давил. Я могу еще одну? У меня возвращается в исходное состояние. Посмотрите, я вот давлю, и он прям у меня рассыпается. У меня не возвращается. Это причем разрезанный. Не возвращается. У нас лопнет. Мы не сможем проверить. Шоколад мы вообще не можем проверить. Ну, мне кажется, в таком случае, раз мы не можем проверить. Вот если сломанный уже вот сжимать, тоже он у нас крошится. Крошится? Да. Ай-яй-яй-яй. Интересный тест. Но у меня все тут прям. Он не возвращается в исходное состояние, прям сыпется. У нас получается только маршмеллоу получает плюс, все остальные по минусу. А мы можем уже подводить какие-то итоги? А мы можем подводить предварительные итоги. Еще один у нас тест на срок годности. Поскорее, быстренько, прям пулей. Срок годности у нас не может превышать 3 месяца. Для этого мы обращаем внимание, потому что здесь содержится натуральный компонент, яблочное пюре. У меня у меня прям 3 месяца. 6 месяцев. Здесь? А я не вижу. Где? 4 месяца. Ага, все, нашла. Здесь у нас. Вот, где-то что-то вот смотрится. Наверху. Дата изготовления. Ну, тут срок годности вообще не найдешь сейчас. Ну что, есть? 3 месяца должен быть срок годности. 12 месяцев. То есть это что-то не то. Да. Что-то не то. Все. Так, у меня правильный, у меня вот правильный. Клюквенная ударница у нас получает плюс, все остальные по минусу. Ага. Ну, что я хочу сказать. Зефирюшки у нас лидируют по итогам нашей такой народной проверки. Да, Саша? Народных тестов. Да. Я, в общем, совершенно согласен. Я почерпну для себя массу полезной информации о том, как правильно подходить, с какой стороны к выбору зефира. Огромное спасибо Ивану Лемзякову, специалисту защиты палаты... специалисту палаты защиты потребителей. Прямо сейчас у нас зарядочка, а после возвращаемся в эту студию.